полчаса до атаки. Скоро снова под танки, снова слушать разрывов концерт, а бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты. Если почерк невесты или пишут отец твой и мать, но случилось другое, видно, зря перед боем поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: извини, что молчала, ждать не буду, и все, весь листок, только снизу приписка: уезжаю не близко. Ты ж спокойно воюй и прости, если что. Вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо: почтальон, что ты мне притащил за минуту до смерти в треугольном конверте? Пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншеи, с автоматом на шее. Он разрывов беречься не стал, и в бою над Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал. И в бою над Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал.